Для данного подъемника нам понадобится доска длиной 800 мм, два бруска, регулирующих высоту подъема автомобиля, и один противооткатный брус. Я заранее у доски уже срезал угол. Угол среза составляет около 25 градусов. Поэтому сейчас я соберу все части вместе, то есть сколочу их гвоздями, и посмотрим, как это выглядит в собранном состоянии. В собранном состоянии приспособление выглядит вот таким образом. Длина доски, высота брусков, расстояние между ними подбирается для каждого автомобиля индивидуально. В моем случае это выглядит вот так. Для равномерного подъема одной из частей автомобиля я изготовил дополнительно еще один подъемник. Для подъема автомобиля на все четыре колеса нужно изготовить дополнительно еще два подъемника. Но я обойдусь этими двумя. Ну а сейчас посмотрим, как это работает. Вот таким образом у нас автомобиль становится на 14 сантиметров выше от дороги. В этом случае более комфортно и удобно работать под ним. Поэтому у кого нет смотровой ямы в гараже или на дачном участке, можно изготовить такое приспособление для каких-то мелких работ или осмотра автомобиля. Ну, также, наверное, можно масло поменять. Это вид колеса с левой стороны автомобиля. А это с правой стороны. Ну а сейчас попробуем съехать. Вот таким образом работает мини-подъемник. Всем пока!